Сегодня в столице стать донором мог любой желающий. Центр крови провел акцию на левобережье столицы. Мероприятие медики приурочили ко Дню защитников Отечества. Кровь можно было сдать прямо в парке в специально оборудованном автобусе. Но перед процедурой истончения прошли необходимое обследование. Сдали экспресс-анализы, заполнили анкету и получили допуск у терапевта. Желающих оказалось немало. В числе тех, кто проявил свой гражданский долг, были и известные казахстанцы. Я являюсь продолжателем силовых традиций казахских палуанов. Хотелось бы сказать, что в наше время не обязательно быть супергероем, суперменом, чтобы помогать людям. Достаточно просто прийти на такую акцию по сдаче крови и помочь своему народу, помочь людям, которые в этом нуждаются. Поэтому, уважаемые казахстанцы, будьте батырами, сдавайте кровь, помогайте ближним людям. Сдавая кровь, ты не делаешь каких-то особых, каких-то героических подвигов, но при этом ты все равно будешь считаться героем, ведь ты помог другим людям. И я решил сделать, скажем так, массовое мероприятие по сдаче крови, чтобы привлечь внимание общества к, скажем, такой небольшой проблеме в нашем государстве. Как отмечают медики столичного центра крови, банк биоматериалов необходимо пополнять ежедневно, так как срок их хранения ограничен. Особенно нужны доноры редких третьей и четвертой группы с отрицательным резус-фактором. Центр снабжает кровью больше 20 медорганизаций Астаны.